Добрый вечер, дорогие друзья. Подходит к финалу концертный сезон, и сегодня завершает свою работу абонемент «Дирижирует маэстро Щербаков». В программе музыка Мориса Равеля. Откроем мы наш концерт сочинением, которое Равель написал еще в студенческие консерваторские годы. Это второй из опубликованных опусов, который стал сразу невероятно популярен и любим. И не только из-за музыки, удивительно тонкой, наполненной печальным лиризмом, с потрясающей мелодической пластикой, но и из-за названия интригующего. «Павана на смерть инфанты». Когда Равеля спрашивали об этом названии, он отвечал: «Я выбрал это название благодаря приятной аллитерации». Аллитерация часто используется в литературе, поэзии, в ораторском слове. Повторяющиеся согласные делают то или иное сочетание слов особенно выразительным. И во французской версии этого названия аллитерация очень ярко выражена. Ну а само произведение – это медленный придворный испанский танец, который могла некогда исполнять инфанта. Ее образ – это плод воображения Равеля. Не следует буквально понимать слово «смерть», которое фигурирует в названии. Тут все гораздо тоньше. Скорее всего, это попытка Равеля в аллегорической, в метафорической форме выразить свою ностальгию по безвозвратно ушедшему времени красивых придворных танцев. Ностальгию по старой музыкальной традиции. Впрочем, с одним реальным дамским именем эта музыка связана. Княгиня де Полиньяк в девичестве Зингер. Исаак Зингер, тот самый американский изобретатель, промышленник и основатель компании Зингер, ее отец. После замужества княгиня де Полиньяк, кстати, с мужем ее связывало одно чувство – страсть к музыке. Но это было единственное, что делало их близкими людьми. Княгиня де Полиньяк занималась меценатской деятельностью. Она считалась покровительницей искусств. Она оказывала большую поддержку французским музыкантам, композиторам. Поэтому неудивительно, что Морис Равель решил посвятить именно ей один из своих ранних опусов. Это произведение было написано для фортепиано в 1899 году, а в 1910 была сделана его оркестровая версия. Итак, Морис Равель. «Павана на смерть инфанты» исполняет Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера народного артиста России Михаила Щербакова. Дорогие друзья, на этой неделе произошло печальное событие. Ушел из жизни выдающийся человек, выдающийся музыковед, музыкальный деятель, музыкальный критик Святослав Игоревич Белза. Он украшал собой самые торжественные минуты в жизни, музыкальной жизни нашей страны. И многократно он выступал и с нами, с нашим оркестром, и на этой сцене. Мы его помним, любим, и его светлой памяти мы посвящаем исполнению этой паваны.
История создания леворучного фортепианного концерта связана с именем Пауля Витгенштейна, выдающийся австрийский пианист, который практически сразу завоевал музыкальный Олимп. В 1913 году он абсолютно завоевал Вену, а в 1914 началась Первая мировая война. И он ушел на фронт. И в том же 1914 в Польше был тяжело ранен и потерял правую руку. Что такое для пианиста, то есть для человека, смысл жизни которого заключается в исполнительстве, потерять руку? Это равносильно смерти для многих. Но Пауль Витгенштейн был человеком невероятной силы духа и воли. Он преодолел эту трагедию, он поборол депрессию, он преодолел непреодолимое, и, сделав это, вновь оказался на самой вершине музыкального Олимпа. Он очень много работает, он делает переложения классической музыкальной литературы для левой руки, но ему хотелось играть с оркестрами. И вот тогда, в 20 веке, начинается создание эксклюзивного музыкального материала для этого пианиста. Какие имена? Хиндемит, Бриттон, Рихард Штраус, Сергей Прокофьев, Морис Равель. Если не знать эту историю и слышать аудиозапись этого произведения, то никогда не поверишь в то, что эта музыка исполняется одной рукой. Невероятно сложно. Но не менее сложно было написать такую музыку для левой руки. Перед Равелем стояла невообразимая задача. Как использовать весь арсенал средств инструмента, и технических, и выразительных, чтобы создавалось ощущение полноценного двуручного исполнения? И Равель сделал это чудо.
В нашей программе концерт будет исполнять замечательный музыкант, очень многогранный музыкант, концертирующий пианист, очень талантливый педагог, серьезный руководитель, ректор Уральской консерватории, профессор, заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России Валерий Шкарупа. Thank you.